Да, мы продолжаем. Рассказ о марокканской штукатурке. Тоже наша гостиная. На чем там работает сила Маракеша? Так, ну что, сегодня мы покажем вариант. Мы здесь сделали вот таких вот стен, да, живого бетона. Мы делали стартовыми шпаклевками, которые в мешках. Вот в частности, что у нас там было? Стабил, да, это вот стабил был, да, там еще такого стабила, да, мы подколировали его инициальными красителями и сделали маракешек, вышли от тех же материалов, что мы делали старт, выравнивали стены, да, мы их отполировали, первый слой протянули, а потом кинули фактурку, да, и получили тут тоже маракешек, тоже марокканскую штукатурку, только не с помощью готовых шпаклевок, да, а с помощью шпаклевок, которые в мешках сухих. Ну, а потом можно опять-таки лазурку обыграть. Это, в общем, отличный вариант. Эконом-вариант, да, марокканская штукатурка. Потом, что мы сделали, мы его отгрунтовали, да, уже с помощью нашей модельной масла колированной. Добавили еще марокканская, да, чтобы он был такой более колоритный, более фактурный. Вот у нас такой получился. Молодец. Вот вторая из пастык тазаки. Так что не стесняйтесь, экспериментируйте, оставайтесь с нами. Делайте как мы, да? В общем, делайте лучше нас. Да, да. Вот тоже может быть, да, Максим. Отличная работа. То, что у вас нет ничего сложного. Правильно, Максим? Наверное. Да, локоть, лук. Хорошо. Правильно. У вас все получится. До встречи. До новых встреч. Thank you.